Сегодня на перроне Петрозаводского вокзала играл военный оркестр. Возможно, пожилых пассажиров московского поезда, прибывших сегодня в столицу Карелии, под эти же мелодии 58 лет назад провожали на фронт. Сегодня мы встречаем ветеранов Карельского фронта, которые объединены сейчас в Москве в Совет ветеранов Карельского фронта. Сегодня в столицу Карелии приехали 6 человек. Всего предполагается прибытие 10 ветеранов из Москвы. Еще четверо подъедут чуть позже. Ветераны Карельского фронта из Москвы приглашены на торжества по случаю Дня города. Как известно, этот любимый многими петрозаводчанами праздник отмечается в день освобождения Петрозаводска от интервентов. 21 июня 1944 года, 55 лет назад, началась Свирско-Петрозаводская операция Карельского фронта. Через 6 дней весь юг Карелии, включая Петрозаводск, был освобожден. Все, кто участвовал в этой операции, они являются освободителями города Петрозаводска. Правда, они не заходили в Петрозаводск, поэтому считаются уже, как было принято, части 368-й дивизии и вот отдельного батальона морской пехоты. Считаются основными освободителями города Петрозаводска.